Большой резонанс во всем мире приобрело недавнее задержание во Франции основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова. Выдвинутые против него обвинения представляются абсурдными. Арест с большой долей вероятности связан с событиями в Газе, поскольку посредством мессенджера Telegram раскрываются подробности геноцида Израиля в отношении палестинского народа. Эту версию подтвердила и публикация в турецкой газете «Сабах», где утверждается, что за задержанием стоит Израиль и что оно произошло по запросу Тель-Авива. По версии турецкой газеты, в последние дни публикации в Telegram, изобличающие военные преступления Израиля в Газе, вызвали тревогу в сионистском образовании. Утверждается, что Telegram сопротивлялся любому давлению Израиля и отклонил запрос о цензуре, однако сионисты получили отказ. После этого, по утверждению газеты, и был задержан Дуров в Париже. Известно, что Франция является одним из центров израильского лобби в Европе. В этой истории вспоминается случай ареста и судебного преследования во Франции известного мусульманского мыслителя Тарика Рамадана по обвинению в изнасиловании женщин. По его словам, обвинения в преступлении были организованы режимами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля. Он тогда говорил, что любой, кто поддерживает Палестину, должен быть готов к тому, что его будут преследовать сионистские лоббистские группы. Мы узнали потом попозже, что эти женщины были в сговоре, они сотрудничали с израильскими спецслужбами, и это уже в открытую даже, да? И понятно, что роль Израиля в Европе – это настраивать жителей Европы против своих же граждан, мусульман. И они очень заинтересованы, это оккупационный режим, заинтересован, чтобы в Европе постоянно была неспокойная ситуация в Европе, потому что они очень боятся, смотрят вперед, и для них, если мусульмане в Европе, как граждане, могут довести свой голос другим своим согражданам, Израиль потеряет самый большой союзник в лице США и Европы.